На мероприятии в Центральной библиотеке собрались творческие люди, которые пришли показать свои таланты. Стремление создавать и воплощать идеи в жизнь не могут оставаться без внимания. К выступающим обратился заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников. Нужно не останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперед, нужно реализовать все креативные решения, которые допустимы и возможны, да, для того, чтобы и увлекать молодежь, и самим не скучать, радовать себя, веселиться, а мы с своей стороны поддерживаем. В зале нашлось место песням, танцам, авторским стихотворениям, а также работам, созданными руками милых дам. Импульс для шоу дала литературный продюсер Яна Танаян. Она отметила важность проведения мероприятий, где каждый имеет возможность продемонстрировать свои таланты и заявить о себе. Это мероприятие, которое вдохновляет, и неважно, в каком вы возрасте находитесь, вы всегда можете проявляться, объединяться, создавать себе настроение и быть в ресурсе красивой, счастливой женщины. И неважно, сколько вам лет. На шоу выступили песенные и танцевальные коллективы. Одним из них стал хор «Верные подруги», в репертуаре которого преобладают песни о любви к родине. Участники ансамбля отмечают, что выступление на шоу стало для них особенным. Важно это тем, что все-таки в таком возрасте мы все возрастные, и мы все-таки заняты, у нас есть смысл жизни, мы поем постоянно, как говорится, выступаем. Мы как-то поддерживаемся тематике ближе. Ну, правда, у нас все сторонние, но в основном о России. Россия ближе. В качестве приглашенного гостя на мероприятии выступил Андрей Пикалов, который подарил представительницам Союза женщин России произведения из своего репертуара и радостные эмоции на весь вечер. Я сотрудничаю уже несколько лет с Союзом женщин России. Они меня приглашают на свои мероприятия, там на 8 марта, на юбилейный вечер у них был. У меня репертуар очень большой, там более 100 песен советских композиторов. Каждая участница была отмечена памятными подарками и благодарностями. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.